Установка и активация BGPB Mobile для Android. Для того, чтобы начать пользоваться мобильным приложением Белгазпромбанка, вам необходимо скачать и установить его на свой смартфон на базе Android. Для этого зайдите в приложение Play Market. В верхней строке поиска введите BGPB Mobile. Нажмите «Установить». После того, как приложение установится, нажмите «Открыть». Приложение запросит доступ к данным о местоположении устройства. Нажмите «Разрешить». Откроется главный экран приложения. Нажмите «Войти». Приложение запросит доступ к выполнению вызовов на телефоне. Нажмите «Разрешить». Далее наше BGPB Mobile нужно активировать. Выбираем «Активация по логину и паролю интернет-банка» и нажимаем «Продолжить». Еще раз нажимаем «Продолжить». Откроется окошко авторизации. Нужно ввести логин и пароль к интернет-банку, которые были получены вами при оформлении карточки. Для безопасности на ваш телефон будет отправлено SMS-сообщение с кодом активации приложения. Введите код активации из полученного SMS. Теперь вам предстоит придумать код доступа в приложение. Код должен состоять из 6 цифр. Это не может быть ряд повторяющихся цифр, все семерки, либо их последовательность. Подтвердите придуманный код доступа. Приложение предложит вам настроить авторизацию по отпечатку пальца для удобства использования. Это не обязательно, и вы можете отказаться от данной функции при желании. Поздравляем вас! Приложение BGPB Mobile активировано и готово к использованию. BGPB Mobile. Твой банк в твоем смартфоне.